Более 500 юных спортсменов из разных регионов нашей страны съехались в Волгоград для участия в открытом легкоатлетическом турнире на призы Елена Слесаренко. Главная особенность состязаний в том, что на них присутствовала сама олимпийская чемпионка, которая провела для ребят мастер-класс. Во время занятий олимпийской чемпионки делится с ребятами своими секретами подготовки к соревнованиям. Как правильно растягивать и согревать мышцы, какие движения развивают гибкость. А перед сильными физическими нагрузками в обязательном порядке разминка. Каждое упражнение подростки стараются не только повторить точь-в-точь, но и запомнить. Ребята уверены, им это пригодится. На пути к спортивным достижениям мелочей не бывает. Поэтому советы от Елены Слесаренко поистине бесценны. Впечатлило очень. Понравился очень. Что именно понравилось? Ну, понравилось то, что с нами выступал олимпийский чемпион. То, что он нам все это как бы показывал. А в качестве стимула двигаться вперед и побежать в спорте Елена Слесаренко продемонстрировала ребятам свою золотую медаль, которую завоевала на Олимпиадах в Афинах в 2004 году. Кстати, эта награда и стала отправной точкой для организации нынешнего легкоатлетического турнира. Есть такая традиция, когда спортсмены на Олимпиаде встречаются, и кто-то уже выиграл свою медаль, они подходят и трогают ее. Ну, надеюсь, что у них тоже будет золотая, что золото к золоту притягивается. Я верю в вас и надеюсь, что вам она послужит тоже вот таким стартом, дальнейшим победам. Общение олимпийской чемпионки с ребятами продолжилось и после разминки. Каждый мог задать Елене вопросы. В основном подростков интересовало, как побороть свой страх перед выступлением и какую технику лучше всего использовать, чтобы не задевать планку. Мне запомнилось, когда я ее обняла, и запомнилось, что она со мной поговорила, и я потрогала ее медаль, и вообще очень все понравилось. Я еще не видела никогда вблизи медали золотые. Я теперь тоже буду стремиться, чтобы получать, хочу тоже получать медали. Проведение подобных мастер-классов стало своего рода визитной карточкой легкоатлетического турнира на призы Елены Слесаренко. Сама прыгунья надеется, что со временем соревнования среди молодых спортсменов станут еще более масштабными. Хотелось бы и расширять географию участников, и количество участников. Но наш турнир, в общем, специализируется на детках, да, определенного возраста. Каждый год мы проводим соревнования, то есть год уменьшается, детки остаются того же возраста. Это способствует и, так скажем, тренировке детей в плане соревновательной практики. Они очень любят этот турнир. В этот раз к нам приехали ребята из Самары, Саратова, Ростова, Астрахани, Калмыкии и Дагестана. Юные спортсмены соревновались в беге на разные дистанции и в прыжках. Победителям вручили памятные призы.